W dniu dzisiejszym w Strasburgu odbywa się wysłuchanie publiczne dotyczące sytuacji w prawach człowieka na Krymie w 3 lata po aneksji. Jest naszym przywilejem, moim i Kosmy Złotowskiego, jako gospodarzy tego wysłuchania, gościć przedstawicieli krymskich Tatarów, rodziny osób poszkodowanych po aneksji Krymu, w tym więźniów politycznych, osób zaginionych i znakomitych prawników, dzielnych, znakomitych prawników specjalizujących się w prawach człowieka, którzy są obrońcami więźniów. Сегодня мы каждый день сталкиваемся с определенными репрессиями в отношении крымско-татарского коренного народа и в отношении гражданских активистов. Десятки людей находятся в тюрьме сегодня в России по абсолютно надуманным обвинениям. Их преследуют только за то, что они мусульмане, либо за то, что они активно высказывают свою позицию гражданскую, за то, что они недовольны российской властью, за то, что они говорят, что есть репрессии в отношении мусульман, либо иных активистов. То есть за их активную гражданскую позицию. Поэтому люди находятся в тюрьмах. Мустафа Дигерминджи, который сидит уже год и 10-11 месяцев в тюрьме, его арестовали за то, что он выходил на митинг за целостность Украины. Вся его вина в этом. Ну, на сегодняшний день мы уже сколько судов прошли, мы ничего не можем доказать, что мы не виноваты. И пока что у нас никаких результатов об освобождении моего сына в перспективе не видим. Мы должны помнить о двух поводах, которые кажут нам дебатовать на темат Крыма. Jeden z nich to jest przestrzeganie praw człowieka, ale drugi powód to naruszenie granic we współczesnej Europie. We współczesnej Europie granice są tak ustanowione, że naprawdę każdy do każdego mógłby mieć pretensje. Ich naruszenie może spowodować nieodwracalną lawinę. Tego chcemy uniknąć i dlatego o tych wydarzeniach na Krymie chcemy mówić, chcemy je pokazywać szerokiej opinii publicznej. Nie boimy się. Вы не поверите, как наш народ сплотился после всех этих репрессий, арестов, убийств, похищений. Ну, я думаю, мы все это выдержим. И с помощью Европы восстановим справедливость у нас в Крыму.